24 мая в России – День славянской письменности и культуры. Он приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. Аналогичные праздники есть и в других славянских государствах. День славянской письменности и культуры важен для всех, кто живет филологией, кто чувствует красоту и величие русского языка, интересуется отечественной литературой, культурой и историей. Такой праздник состоялся в сквере филологического факультета Тверского государственного университета. Об этом наш следующий репортаж. В День славянской письменности и культуры россияне обращаются к истокам нашей духовности, древним и великим традициям славянской культуры. В эти дни с благодарностью вспоминают имена святых Кирилла и Мефодия, подаривших славянам первую азбуку. Она стала символом духовного самоопределения славянских народов и мощным фактором развития культуры. Для студентов Тверского государственного университета это особый праздник, который всегда ждут и отмечают с размахом. Хотел бы поздравить тех людей, которые хранят наши традиции, которые позволяют на народном уровне, именно на уровне народов, сохранить то, что, к сожалению, не всегда удается сохранять на уровне политики. И я думаю, что как раз Тверской государственный университет, он всегда будет первым в этом благородном и важном движении. В наше время как никогда актуальной становится проблема формирования национального сознания и воспитания личности, ориентированной на духовно-нравственные основы. Русский язык и литература сегодня становятся фундаментом русской культуры, важнейшим атрибутом национального самосознания, условием сохранения этнической идентичности. А без нашей азбуки ничего бы не состоялось. Не состоялась бы ни наша государственность, не состоялась бы ни наша наука, не состоялось бы ни наше искусство, не состоялась бы наша литература, не состоялось наше образование. То есть вот это всеобъемлющая такая роль нашего языка, русского языка, который всегда занимал, наверное, ведущее место среди всех славянских языков. На нас, как правило, все равнялись. Как для студента филологического факультета, это очень важный, очень нужный праздник. Почему? В первую очередь мы говорим на русском, мы общаемся на русском, мы все свои эмоции, все свои ценности, культуру передаем русским языком. На празднике студенты пели, танцевали, в общем, наслаждались творческой обстановкой. А в завершение участники мероприятия возложили цветы к памятнику святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.